Приветствую всех. С вами Незирамлс, и мы продолжаем. Точнее, как продолжаем. Я возвращаюсь к Biohazard 2. Ранняя версия, превью. Так, тут опции у нас. Окей. Стоп, погодите. Секундочку. Тут же можно переназначить управление, да? Так, а где крестик? Вот это. А. Так, я на всякий случай сохранюсь. Потому что... Нет. В общем, да. Biohazard 2, он же Resident Evil 1.5. Версия от 29 января 2022 года. Как и написано вон наверху. Начинаем. Оказывается, можно тут управление перенастроить. Прям под себя, как в первой части. Это удобно. И я хочу поиграть за Эльзу. Ну, не знаю, просто хочу за нее поиграть. И я буду играть... Не совсем прям честно. Я буду использовать читерское оружие, скажем так. Так, тут у нас заставка. Вы помните? Помните загадочный инцидент в Арклайских горах, который был разрешен отрядом Старс? Мы помним. Мы помним, как они вернулись с историями о зомби и монстрах, и лишь немногие поверили им. Мы помним, как RPD начало расследование на Umbrella за... Ну, насчет нелегального производства и исследования биооружия. Мы помним, как члены Старс были отправлены на другие случаи, ну, на другие дела, чтобы они не занимались этим. Мы помним, как Umbrella, в конце концов, была закрыта. И все было мертво и похоронено. Мертво и похоронено? Что за смех? 2 месяца спустя... Начался реальный кошмар. Мы забаррикадировались внутри полицейского участка, где мы думали будет безопасно. Это было бесполезно. И так началась борьба за... не на жизнь, а на... Ну, в общем, борьба за свою жизнь, чтобы сбежать. Близко. Ты должно сдержать их на какое-то время. Эй, кто-нибудь здесь есть? Отлично, у меня есть. Так, я делаю сохранение вот в самом начале. Из одного на другой слот. И я сразу беру оружие покрепче. По-моему, вот... Эта штука нормально, по-моему, себя ведет. А в смысле?
А почему так? И не надо, нельзя было снимать его с себя? В общем, зомби тут абсурдно живучие. Из-за этого я использую сразу читерское оружие. Похоже, авария сломала. Я не знаю, что такое аксел какая-то. Бедняга. Этот байк, если что, насколько мне известно, это как раз-таки Эльза на нем просто со всей дури влетела в полицейский участок. Вот отсюда столик стекла. И вот она, собственно, забаррикадировала за вот эти ставни. Какой-то сравнительной таблицы для распознавания уровней чрезвычайной ситуации. В этой версии, кстати говоря, нет вообще анимации дверей. Как насчет карты? Непонятно насчет карты, если честно. Так, мы в туалете. Ничего необычного. Ничего необычного. Возьмете красное лекарство? Возьмем красное лекарство. Я уже пробовал начать эту версию. И как раз-таки я перестал ее играть из-за того, что зомби, блин, охрененно жирные. Им просто вообще нечестное количество урона надо нанести. А, зеленое лекарство. И тут ничего необычного. Разумеется, это еще не финальная версия, скажем так. Поэтому тут будут и баги могут быть. Различные постеры по поводу пропавших человек. Похоже, не думаю. Лучше не думать об этом сейчас. У него большой укус на его шее. И у него не было шансов избежать его. Оружие может быть полезно. Прости, я позаимствую это. Сиг П228. Ну вот, у нас типа есть пистолет. Кстати, можно смешать. Получить лекарство. Переключатель ставней. А он даже открыт. Удивительно. Я буду прям чуть ли не на каждом шагу сохраняться, потому что... Я не знаю, где оно может зависнуть, где оно не может зависнуть. Так, тут никакой реакции. Такая большая раздевалка. Я буду собирать всякие предметы, которые мы будем находить, разумеется. Вот единственное, что я буду делать нечестно, это сохраняться на каждом шагу, потому что тут не работают в принципе сохранения. Я вот буду использовать оружие, потому что, ну... Ага, тут у нас спуск в подвал. Погодите, я пока в подвал не пойду. И как можете заметить, тут еще этих так называемых масок нет на этом. В некоторых помещениях. А, еще. Патроны пистолета. Так непривычен без анимации дверей. А, тут, кстати, огня нет. Мои выстрелы, кстати, не проходят, а ворона спокойно проходит сквозь текстуры.
прикольно, как вороны просто тупо в хлам сразу забираются. Такая паникующая музыка нагнетает тревогу. Погоди. Не сюда? Сюда можно? Нельзя сюда залезть. Так, а тут я был, по-моему, да? А, ну да ладно, давайте теперь сходим в подвал. Да, как видите, звуков лестницы еще нет. Анимация персонажа на лестницах немножко кривая. А, тут темно. И они, кстати, почему-то сразу исчезают. Склад оружия. Электронный замок. И здесь есть устройство считывания карт. В смысле? Понятно. Это она целится сквозь текстуры. Так, это шкафчик, который как будто бы можно двигать. Нет энергии. Ну тут у нас тир, в котором пока ничего особого не происходит. Я не уверен, что в нем будет происходить. Я полноценное прохождение этой версии специально не смотрел, чтобы не спойлерить себе какие-нибудь моменты. Ну, прохождение... Условно сказать, докуда там можно это пройти на данный момент. Слишком темно, чтобы что-то увидеть. Мне нужно найти способ активировать подачу энергии. В смысле, даже двери? А как? А почему в эту дверь она может войти, а в ту нет? В чем логика? Ну тут лестница. Ой. А, он сразу помирает, если прям в упор. Значит, не надо много патрон тратить. Коробки и собачья еда. Ничего не нужно. Ну, кстати, особый звук. Смерть. Панель для управления клетками для собак. Не работает. Так, тут у нас псарня. Путь заблокирован и ручка сломана. Ага, в подвале нам, значит, сейчас делать нечего. И интересно. Тут у нас есть еще, кстати, подвал еще ниже. Б2. Так, тут у нас никакой реакции. Опять сохраняемся. Тюрьмы. Электронный замок. Устройство считывания карт сзади. Ой, сзади, справа. Забавно, что в этом подвале, если у меня были кусачки, возможно, можно было бы оторвать, обрезать провода и отключить
замок безопасности. Ну, я их видел уже, но Эльза решила сделать вид, что она их не видит. Сколько же вас тут? Панель управления резервным питанием. Энергию можно направить в зоны с недостаточным энергоснабжением, используя 5 выключателей. Использование всей мощности может вызвать короткое замыкание. Ага. У меня что-то не работает кнопка. Я не могу выбрать вариант, да или нет. Так, походу у меня что-то не работает. Да. Аргаха. Так, все еще не работает. Ну а что я сюда могу назначить? Так, а если, допустим, я выберу стандартный вариант? А, у меня даже что-то зависло. Так, первый вниз. Это какая-то багнутая вещь. Отлично. Подача питания вернулась. Это какая-то странная вещь, которая у меня сработала чисто на рандом. Почему-то, если изменить управление, то не реагирует игра на движение, ну,
В менюшке нельзя влево-вправо двигать курсор. Так, ну, по крайней мере, мы подали питание. И теперь можем спокойно пойти и осмотреть. И, кстати, сохранить, что мы получили такие... Что удалось эту головоломку решить. Понятно. Вовремя сохранился, называется. Во, теперь тут светло. Жалкая смерть. Ну, у него что-то написано. Номер 2236. Эй! Что ты делаешь в таком месте? Ты там в ловушке, верно? Тебя зовут? Шерри. Шерри, а? Милое имя. Я Эльза. Эльза. Верно. Ладно, Шерри, послушай. Просто подожди здесь. Я скоро вернусь и спасу тебя. Так что держись и подождись меня тихо, хорошо? Встретили Шерри. Дверь закрыта. А потом встретить вас не видно. Прям как в первой части, собственно. Я знаю, что в сценарии Леон вроде как в этом месте битва с боссом. Но там, по-моему, не должно было быть вот этих зомби. Так что, может быть, тут никакого босса сейчас и не будет. Ну да, никакого босса нет. Разве что музыка от босса осталась. А босс как раз, по-моему, из вот этого грузовика Umbrella должен был вылезти. Так, ну хорошо. Так, ну тут тир. Склад оружия, у меня еще карточки нет для считывателя. Так, тут лестница, а тут что? А, тут псарня, по-моему, да? Ну да, да, она как раз там, по-моему, была. Кстати, а у Сетсерны что? А, здесь тюрьма.
Мне что показалось, что я здесь не был, а здесь я, оказывается, тоже был. Мы использовали кусачки. Вот это красиво, конечно. Дробить зомбаков. Я, кстати, как-то очень быстро в подвал попал. Ага, мини-дисковый плеер с диском. Не знаю, нафига мне он? Но он наверняка зачем-то будет нужен. Патронов мне пока еще хватает. У меня еще 190 патронов в обойме. Мне даже дали еще патронов. На случай, когда их будет не хватать. Так, ну теперь пора вернуться на первый этаж, на поверхность. Да, анимация, конечно, чуть-чуть, мягко говоря, чуть-чуть боговенькая. Так, доска полная отчетов о восстаниях и каннибализме в разных точках города. Разбросаны бумаги и книги, ничего важного. Ничего имеющего значения, скажем так. Вышли, что ли? Нет, пока еще нет. Так, ну все. Я тут. Вот этот мини-дисковый плеер, я так понимаю, мне нужен был для... нужен будет где-то здесь как раз. Так, возьмем. Можете увидеть... Ну, в общем, хорошо осмотреть лобби отсюда. Я просто так их беру. Так, там еще где-то есть, что ли, зомби есть. Шкафчик полный папок, содержащих полицейские отчеты. Ничего полезного. Коробки содержат ничего интересного. Шкафчики, похоже, заперты. Все шкафчики заперты. Куча заметок и напоминаний по поводу текущих дел. Большинство, похоже, о пропаже людей или на рандомных, ну, случайных нападениях. А, вот ты где. Я думал, там где-то за текстурами забаговал. Чистовые порядки, но вертолет на другом столе. Какой-то ньюсенс. Телефон. Может сохранить свой прогресс. Сохранение недоступно в этом превью. Захламленный стол, ничего полезного.
столик с электрическим вентилятором. Мне бы не хотелось сидеть так близко к двери, даже если бы у меня был компьютер на моем столе. Ну да, сквозняки там постоянные. Еще зависит от того, в какую сторону дверь открывается, может еще и постоянно по хребтине будет прилетать от двери. Тоже возможно. Так, ну в той комнате мы ничего полезного не нашли. Так, сохраняемся. Выстрел. Что это было? Выключатель ставни. Открываем. Сходим тогда. Проверим выстрел. Так, а вы сможете тут проползти, чтобы я сразу все пошатал или нет? Видимо, нет. Так, тут две пачки патронов. Пока их возьмем. Ох. Единый 12 пробел, может использовать... Так. С такими-то видами оружия, в общем-то говоря. Мини-дисковый плеер с диском. Инструмент, который можно использовать для обрезания проводов. Ой, ё-моё. Чуть-чуть багуются текстурки. Отчеты среди других полицейских предметов. Ничего полезного. Мысли. Толстячок, ты куда? Пусто. Отчеты о разных делах. Стал лейтенанта Бранага. В общем-то говоря, стол Марвина. Так, и вот этот столик я еще не осматривал. Не то чтобы тут видел, хоть что-то есть. Они вообще многие пустые. И удивительный порядок. Не считая нескольких пятен крови, я бы сказал, не сказал, что тут вообще хоть что-то произошло. Ну да, там пара бумажек на полу валяется. Не думаю, что это слишком необычно. Старая печатная машинка. Зачем их использовать, если есть компьютеры? Если книг и всяких дел. В общем, ничего полезного. А, в этой комнате ничего. Использовать это здесь.
Держись. Ты единственный офицер, оставшийся в здании? Кто ты? Я Эльза. А ты? Эльза? Я Рой. Таран, одна из этих тварей достала тебя? Это ужасно. Участок больше не безопасен. Эти твари прорвались через задние ставни. Эти ублюдки из Амбрелла вызвали все это. Что ты имеешь в виду? Ты в порядке? У нас нет времени разговаривать сейчас. Тебе нужно спасти выжившего в других комнатах. Но... Мой друг Джон должен быть в подземной камере. Пожалуйста, ты должна спасти его. Рой, очнись. Прошу, очнись. Он что-то держит. Мы взяли ключ от тюрьмы. Он либо потерял сознание, либо умер из-за ран. 0531 на бумажке, которую он держит. Желтый ключ-карта. Вот это, кстати, я понимаю. Да нет, я... Чуть-чуть, тут какая-то проблема со спрайтами есть, вот подвисает. Камера для записи допросов. Так, ну хорошо, эту область исследовали. Здесь больше ничего я не вижу. Сюда я пройти не могу. А в третьем Silent Hill в такую штуку пройти можно. Я на всякий случай на два сосолота сохранился подряд. Так, и тут у нас лестница. Уже другая. И уже не ведущая в подвал вообще. Давайте по очереди исследовать этажи. Ой, нафига, это же лифт. Ой. Я не знаю, зачем сделали такой странный способ. Придется поиграть со стандартным управлением, потому что если изменить управление, почему-то не распознается. Возможность переключать опции вот в таких диалогах. Постеры разыскиваемых преступников и отчеты. Ничего важного. Лучший победитель какого-то соревнования K9. Я не знаю просто, как это правильно расшифровать, что это за Midwest, Средний Запад. Что тут у них какие-то крутые собачки были. Только свет в зданиях.
Ну, это, конечно, вороны разлетаются просто в хлам. Картина названа «Великая волна Канагавы». А? Чё? Аварийный канал не работает. Бумаги по поводу разных дел и бланки, ничего интересного. У нас уже есть два пароля. Это что такое? Удивительно, все выключатели ставни, которые мы трогаем, все работают. Ой. Здрасте. Кстати, у Леона, я помню, вот в этом месте должна быть встреча с Марвином. Но не у нас. Такой странный звук. Сейчас вся эта толпа встанет, разумеется, да? Электронный замок. Контрольную... А. Мы использовали мини-дисковый плеер. Принято. Мы открыли замок. Ну, то есть, как в третьей части, в госпитале замок на лифте мы открывали. Так, сохраняемся. Тут я прям много слотов использую. Куча отчетов по расследованиям. Стопка, точнее. Стопка отчетов по исследованиям. Визуальные материалы. А, дверь открыта, несмотря на то, что она красно светится. Интересно. Спрей первой помощи, хорошо. Не то, чтобы он нам сильно нужен был пока что. И эта дверь открыта. Разряженный карабин. Без понятия, как его починить. Ракетная установка. Что-то на ней написано. Доказательства по арклайскому инциденту. Не использовать. Ну, улика. Видимо, та ракетница, из которой застрелили тирана. Оружие забрали. То есть то, что здесь осталось, нельзя использовать. Все коробки с амуницией разобрали. Так, а что-то важное здесь есть? Файлы по различным делам. Ничего полезного. Полицейский офицер. Он мертв. 0131. Я делаю скриншот каждой вот этой записки. Потому что когда-то они нам явно понадобятся. Опа, карточка. Вот это не какая-то надпись. Это просто ненужная бумажка висит. Окей. Тем временем у нас уже места нет. Yeah.
Ах ты ж штука. Ни хрена себе. Да что ты меня сожрал уже? Я, блин, с читерским оружием хожу. Ты что хочешь от меня? Окей, видимо, он захотел, чтобы у меня появилось таки место в карманах. Если что, я не знаю, нужен ли мне еще этот мини-дисковый плеер. Тело доктора. Нет признаков жизни. Да, аспрей антидот. Возьмем обычный спрей также. Так это я не могу ничего сделать. У него просто пачка пистолетных патронов. Фото арк Лейских гор. И тут еще пачка патронов была. Ну, вроде бы все. Как непривычно было слушать музыку. Так, комната связи, электронный замок. Четыре цифры. Так. Я прямо на этом месте сделаю сохранение. Я попробую сначала 2236. Так. Я промахнулся, окей. А, да. Ноль один три один. Вы открыли замок. Ура. Так, тут еще лекарство. Но оно мне не сильно нужно. Большое устройство связи. Нельзя использовать. Не могу отправить никакие сообщения отсюда. Ничего подозрительного или необычного? Здесь ничего полезного на этой полке. Различные устройства должны быть использованы для сбора информации. Малый офис закрыт. И тут у нас есть стремянка и есть такая удобная вентиляция. Видимо, мы как-то по ней.
Ах ты ж фигня. Валим пока. Ага. И я здесь оказался. Но в офис я так и не попал. Что самое-то забавное. Так, а на окно что у нас? Никакой реакции. Ага, тут есть лекарство. Ну да, я его, по-моему, уже видел в тот раз. Заметки о прошлых делах. Ничего полезного. Малый офис. Может быть, я здесь что-то еще не нашел? Я могу вниз вот туда спуститься, мы там были уже. Ну, видимо, все. Так, мы находимся. В общем, не дает игра даже посмотреть, что у нас там происходит. В общем, да, мы спустились сюда же, где уже были, и где все еще ничего полезного. Ладно, возвращаемся обратно. Для нас наступает очередь исследовать третий этаж. Пока что. Карта Даунтауна Ракун Сити. Популяция выше 100 тысяч человек. Так, я пойду по лестнице. Перед лестницей, естественно, сохранение, потому что, мало ли, забагает анимация. Один раз уже такое произошло. Иду такое... Прям почти что порядок, можно сказать. Вообще никаких следов хаоса. Вот если бы я оказался в этом месте, я бы вообще ни за что не подумал, что здесь что-то происходит. Правда, никаких реакций на осмотр нет. Вообще ни одной... А, нет, окей. Есть только точка сохранения, которая все равно не работает.
Комната совещаний. Вот эта музыка, по-моему, кстати, в демке второго резидента, ну, уже вышедшего, играла. С такими характерными завываниями. Красивая картина. Под ней есть выключатель. Нажать. Удивительно. Очередная ставня открывается просто с нажатия. Мы открыли замок. Погодите, а что это за дверь? Большой стол. Ну и тут никакой реакции. Такое ощущение, что третий этаж такой не особо сильно доделанный в плане деталей, вот, ну, точки осмотра и так далее. Ага. А это куда? Погодите, это, по-моему, в тот же коридор ведет. А вот здесь начинал Леон. Вот на этой вертолетной площадке. Отстань от меня. Ни хрена себе. Они умеют пикировать. И никакой реакции, да? А так согнуть тоже нельзя? Окей. Ну и такие дома на фоне просто. Даже не дорисованы некоторые, просто вот чисто силуэтики домов. Ну мы попали в тот же, в общем, кабинет. Ой, коридор. Выключатель ставней. Четвертый. Четвертый ставни, которые сразу же открылись. Я помню, кстати, вроде был баг, или, я не знаю, или фича такая, что они закрываются потом. Через короткое время. Ящик недоступен в этой версии. Я буду в порядке. Беспокойся о себе. Пока позаботься о себе. А у него такое ощущение, что тут быть не должно, потому что мы с ним не встречались, и просто такой короткий диалог. Телефон. Можно сохранить прогресс. Прям так уже ракурс отдельно сделали. Ракурс 21 век. Хьюман Грейсон архитект. В общем, такое ощущение, что либо мы должны были с ним встретиться заранее, либо он все-таки предназначается для Леона. И у Эльзы его просто быть не должно. А нет, смотрите-ка, здесь не закрылись ставни. Тут никакой реакции на картины. Картина человека с крюком. Ее вид доставляет мне неудобство, некомфорт. Эмблема спецназа, ну, СВАТ, полицейского участка Ракон Сити. Ну что ж, теперь воспользуемся лифтом, доедем до первого этажа.
Максимально неудобно, конечно, так делать, но, наверное, была какая-то причина. Может быть, не смогли нормально реализовать вот это. Выбор действия из больше, чем двух вариантов, да, нет. Может быть, допустим, импортировать имеющийся код из других частей не представляется возможным, мало ли. Всякое бывает. Так, нам нужно на B2, кажется. Или B1. В общем, нам нужно на какой-то B. Все, сохранились. И спускаемся. У нас есть две карточки. Одна из них всяко должна подойти к тюрьме. По-моему, B2. И в тюрьме мы должны найти некоего Джона, который друг Роя. Элиза у нас уже побитая. Так, вот там тюрьма, я помню. Попробуй 2, 2, 3, 6. Нет. Пару секунд. Так. Тут у нас долго надо тыкать этот код. Погодите. А какой еще? Ну что, неужели снова 0131? Так, нет. Да, чтоб такое. Ага. То есть я где-то не нашел код. Может быть, он где-то здесь валяется? Как это, подвал? А, кстати, погодите. Я в тир не сходил. Давайте попробуем в тир сходить. Может быть, там что-то будет. О, потому что мы питание-то подали на B1. Может быть, там как раз я код и найду. Потому что ни один из трех кодов не подошел. Вроде как. Если ничего не получится... О. Благо, можно вот так вот сделать, просто в эту же локацию перезайти с помощью дебаг-меню. Ну да, лестницы бы, конечно, пофиксить, это было бы замечательно просто. А, и тут, кстати, еще одна комната есть. И вот у тебя как раз есть бумажка. Какая у тебя бумажка? 2236, да? Да. И вот сюда, наверное, он им и нужен будет. А, у меня нет красной ключ-карты. Так, допустим. Понятно, нафига.
тут есть вентиляция, в которую тоже, казалось бы, можно зайти. Ну или из которой кто-то на нас должен выйти. В теории, в принципе, тоже возможно. Так, а что мне это дало? Я выдвинул все. Четыре. Может быть, мне какие-то определенные надо вытащить? Если так, то как узнать, какие? Опа. Интересно. Значит, да, на нас кто-то отсюда выпрыгнет. И мы получаем карту ключ красную. Карта ключ красная. Мы пробуем зайти сюда. Тут, наверное, 2236 должен быть. Вы открыли замок. Супер. Оружие валяется. И ничего больше. А, в смысле? Это что? А. Зависает спрайт. А, это штуки, наверное, два слота нужно. Так, ну и тогда иди-ка пока отсюда. А. Как непривычно вот этой менюшкой пользоваться. Так, ну я так понимаю, это типа вот для этого было. Так, ну я попробую еще раз сходить, может быть, я просто ошибся с вводом того кода. Ну, потому что эта бумажка 0531 была у Роя как раз. У которого мы взяли карточку. Так что по логике она должна подойти туда. Я подозреваю, что мне больше не нужны эти карточки. Не один, и не два, и... Вот, ноль. Сохраняюсь, ноль. Вторая. Пять должна быть. И ничего. Пару секунд. Кое-что посмотрю.
Так. Я тут обратил внимание, что это ID-карта номер 4. Значит, то есть у нас есть 4, 3 и 2. Значит, по логике, вероятно, где-то еще. Может быть, код? Так, а тут что? Ну, тут морг. Это тут мы брали мини-диск этот, и все. Стоп, подожди. А, ладно. Значит, нет. Ну, раз он напал на меня. Просто нам нужно, значит, где-то еще найти код у какого-то трупа. Может быть, я какой-то из трупов не осмотрел. Так, тут генераторная. Я в генераторную вообще невнимательно смотрел. Может быть, тут есть где-то тело? А может и нет. Может попробовать еще сходить к Шерри? Или обратно вообще к этому? Где музыка агрессивно играет, где типа битва с боссом должна быть. Это как раз таки где-то вот с этой стороны. Парковка и так далее. Ну вот этот код мы использовали. Код 0131 мы тоже использовали. 0531 у нас не использован. Может быть, вот здесь где-то тело есть, которое я не заметил, но вряд ли. Или давайте попробую еще кое-что. Первое число 0 5 1. 0 5 13. Пару секунд. Вот у меня скриншот есть. 0 5 3 1. А я вспомнил, что в третьем резиденте есть код 0 5 13. Просто, а тут же используются коды другие. Так, все. Хорошо, что я вспомнил. А то я бы так бегал, искал этот труп, а там просто опечатка в самой подсказке. Вот это, конечно, ну фигня, ну честно. Ну нехорошо. Не, ну я понимаю, бывает, но... Ну нехорошо. Трупа. Это что? Кстати, именно когда объект лежит там, мне напоминает это коробочки из ремейка первого Резидента. Эти коробочки, где разные лекарства могут лежать. Там трава, набор трав или спрей. Ах вы штуки.
нас что, тут по двое сажали, что ли? Я не пойму. О, синие. Блять, Эльза у нас уже сильно побитая. Ну ладно, синие лекарства я брать не буду. Если что, лекарства я тоже подлечусь с помощью редактора инвентаря, скажем так. Как я дробовик себе взял. Тут никакой реакции тоже нет. Эй, ты должен быть Джон, верно? Вставай. Что тебе нужно? Я пытаюсь поспать. О, моя голова. Ты кто еще, черт побери? Меня зовут Эльза. Рой отправил меня вытащить тебя отсюда. Послушай, у нас серьезная проблема. Весь участок кишит этими монстрами. Чего? Рой был ранен одним из них. Я оставил его в комнате допросов, но... В комнате допросов? Ладно, я отправляюсь туда. Джон, подожди. Ага, нам, видимо, туда надо сбегать. Спать. Так, ну тут красное лекарство лежит. Я не буду его брать. Просто потому, что у меня места мало. Я могу, конечно, уничтожить карточки. Потому что я почти на максимальный процент уверен, что они мне больше не нужны. Но в любом случае, давайте пойдем в комнату для допросов. Стоп, вот лестница, что это я. Кстати, можно прямо вот так сделать, и мы окажемся на первом этаже. Чтобы не подниматься по этим багнутым лестницам. Мы оказались в этом же помещении, просто сразу наверху. Я так предполагаю, что сейчас там будет. Потому что я в этом месте баловался с читами, вот с этими. Ну, с телепортацией. И я видел эту сценку случайно. Ну как? Я даже не саму сценку видел, а просто. Ни хрена себе. Чем вы там проломили, зомби? Офигеть. Какая... Чем они там могли проломить? Ну, сама идея вот такого события, что безопасный холл становится опасным. Это интересно. Бесконечные. Походу, может быть, их вообще гасить бесполезно. Ну и, видимо, Рой — это друг Джона. Поэтому он так резко побежал. Это, по-моему, здесь было. Нет, не может быть. Рой, это же шутка, верно? Джон, помоги. Прошу, убей меня. Джон, стреляй. Эта штука больше не Рой. Рой, это я. Ты узнаешь меня, верно? Позвать на помощь, используя радио.
Электроснабжение здания отказывает. Что я должен сделать один? Вы единственные, кто остались. Если мы ничего не сделаем, мы тоже. Пожалуйста, мне нужно побыть одному. И никакой реакции больше, да? Ну да. Так, я не знаю, куда дальше нам идти. Я отправлю сейчас на парковку, там, где мы Шерри встретили, и на этом закончу серию. Я там сделаю сохранение. Дальше я без понятия, что мне делать. Я вроде бы все уже исследовал, что можно. Все ключи использовал. Все карточки. Точнее. А как открыть эту дверь, я так и не понял. Дверь закрыта. Так, я сейчас зайду сюда, выйду, чтобы убедиться, что здесь вот так вот от этого никакого скрипта не сработает. Ставни надежно заблокированы. Ну, в общем, на этом я тогда закончу данную серию. Продолжим уже в следующей. Я сохраняюсь. Я благодарю вас всех за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч. Собственно, в следующих сериях. Всем пока.